свои 20 он был дерзок, горяч и полон планов на будущее. После блестяще оконченного университета перед ним открывались все дороги, и чтобы осуществить мечту, ему оставалось лишь протянуть руку. Стоп! Давай титры! Вы прослушали первую часть радиоспектакля по детективу Пелагеи Державиной «Рядовое убийство». Режиссер Максим Озеров, звукооператор Семен Москвитин. Максим Викторович, ну как? Очередной шедеврик записан. Угу. В буфет? Да. Это что? Чего это? Озеров, ты на всю голову заболел, что ли? Или ты считаешь, что у моего кабинета выстроилась огромная очередь из профессионалов? За профессионал, конечно, спасибо, Владлен Орленович, но... Ты знаешь, Макс, ты просто устал. Ты сколько без отдыха? Это год, два, больше? 5. Но это не важно. Ну вот, видишь, а я всегда говорил, возьми отпуск, отдохни. Я все прекрасно понимаю. И капризные артисты, и дедлайны, и тяжелый развод. Ну ладно, какая муха тебя укусила, скажи мне. Я хочу вернуться в театр. Вернуться? Максим, тебе не кажется, что на данный момент тебя с театром связывает только вот диплом театрального института? То есть про мой дебют ты забыл? Нет, это был потрясающий дебют. Дальше ты что? Что? Ты стал отказываться от пьес? Ты ругался с директорами? Ну да, я ждал тот самый материал. Ждал, что сложатся идеальные условия. Будет бомба. А получился пшик. 10 лет на радио. Это пшик? Владлен Орленович, ну... Владлен Орленович, ну похлопочите, замолвите словечко. У вас же тьма знакомых в театральном мире. Скажите, что есть молодой, подающий надежды режиссер. Остынь, молодой, подающий надежды. Владлен Орленович. Уверен? Я хорошо подумал. Ну, сделаем так. Завтра едешь в командировку в город Дрёмов. Запишешь местный спектакль. Как раз их очередь подошла по федеральной программе. Почему такую ерунду мне поручают? Ну, во-первых, там нужно имя. А во-вторых, возьмешь с собой практиканта. Сын моего друга. Папа у него кардиохирург и хотел, чтобы сын поступал в медицинский. А он почему-то уверен, что он сценарист. Зовут его Федя. Федор. И вот ты для него гуру и кумир. Поэтому ты должен разубедить его писать. Ну и как мне это сделать? А мне все равно, как ты это сделаешь. Скажи ему, что он бездарь. Ну а если наоборот? Так, услуга за услугу. Ты мне помогаешь с Федей, я помогаю тебе с театром. Но если, конечно, провинциальный воздух не выветрит дурь из твоей головы, и ты не примешь правильного решения. По рукам? По рукам. Вот, за Федю головой отвечаешь. Степаныч, что опять с электричеством беда? Чертовщина. Недавно всю проводку проверяли. Домой? Конечно, не при свечах же сидеть. Проводишь? А то я боюсь оступиться. У меня тут ценности. Я дальше сама, спасибо. Ну смотри, а что у тебя в коробке-то? Зарплата? За год. Лучший ноутбук. Прямо в театр доставили. Счастливо. Пока. –
Ёперный театр. Почему так долго? Я тебя ждал, и вот. Извини, пожалуйста, я же не знала, что ты раньше освободишься. У меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Да. Это то, о чем ты давно мечтал. Ля-ля. А? Ты же, наверное, голодный. Сейчас я быстренько. Омлетик, да? Ля-ля. Ля-ля, подожди. Ля-ля, ну... Ром, ну ты чего так легко одет? Это в городе тепло, а у нас-то пока еще зима. Ольга, нам надо поговорить. Да, пошло. Давай проще. Это наше последнее свидание. Я ухожу. Что? Так, только не надо никаких истерик, ладно? Я уже собрал кое-какие вещи. Вот только не знаю, где в шкафу мои футболки и трусы. Ты же всегда сама все раскладываешь. Я у тебя такой бесхозяйственный тип. Как ты меня только терпела все это время? Ума не приложу. Поможешь? Подожди, ну так же нельзя. Ну ты ведь умница. Мы же оба прекрасно знали, что это все, ну, рано или поздно. Ты меня разлюбил? Нет, Ляля, я люблю. Ну, наверное, не так, как надо. А как надо, Ром? Я еду в Москву. Тесно здесь, Ляля. Ну, что меня тут ждет? Тригорина сыграл, Глумова и мистера Симплот тоже. Кого они мне еще дадут? А ведь я старею. Но тебе только 32. Только? Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пойдем, пойдем. Давай. Смотри. И каждый день показывают по ящику. Им 20-25, а они уже звезды. Их знает вся страна. Хотя они бездарны, как бараны. Смотри, ты видишь? Да, я вижу. Вот. Надо было ехать 10 лет тому назад. Дурак, все тянул. А теперь придется прыгать в уходящий поезд. Ромка, ну как же я? Ляль, я артист. А не плотник, как твой тупорылый сосед. Я должен расти, развиваться. Понимаешь? Иначе зачем все это? Ляль. Ну, я же всегда, я всегда тебе помогаю. Я стараюсь подобрать репертуар, чтобы тебе было что играть. Даже ссорюсь из-за этого с Лукой и Верховенцевым. Ну, если бы ты меня любила по-настоящему, ты мне не давала бы ни минуты покоя. Ты бы меня заставляла работать над собой, добиваться большего. Ну, ты же сам всегда говорил, что ты всего себя отдаешь зрителю. И тебе дома нужен покой. Лячка, ты умная, взрослая женщина. Ты всерьез решила, что я женюсь на тебе? Ну что я? Ну что ты хочешь от меня? Лялька, я так тебе благодарен. Вот за все. За все, за все. Ну. Хорошо, потом. Ладно. Поеду с тобой. Ляля.
Такси? Вы уже подъехали? Спасибо, выхожу. Все. Ну что, Ольга Михайловна, мы так не договаривались. Сами просили дров подвезти. Чего филоним? Кому это теперь нужно? Чего, будем мерзнуть? А? Какая разница? Вот вы вроде соседка-то начитная, а жизни-то не знаете. Так сразу было видно, что обмылок. Егор, я прошу тебя. Чего? Уйди. Чего? Как же я уйду? Мне машину надо разгрузить. Нет, вот вы, барышни, че же все так на красоту-то на эту падки, а? А дальше фасад-то не видите ничего. Как-то можно-то, а? При нормальном мужике с руками, с ногами по соседям ходить. То крыльцо почини, то карниз повесь. Да не буду я тебя больше ни о чем просить. Ой, а ты проси, не проси. У меня ж глаза-то есть. Какой прок-то от него? Чего от вашего артиста это? Нет, ну, хорошо, представление он дает, согласен. Я видел. Ну, а как с театра выйдет? Чего дальше-то? Он к вам как не зайдешь, на диване лежит, телевизор смотрит. Обмылок. Он творческая личность. А? Ранимая натура, импульсивный. Да с ним всегда интересно. У него есть на все свое мнение. Ну и что, и у меня есть на все свое мнение. А творческих развелось, как псов шелудивых. Вон, куда ни глянь, сплошное творчество. Егор, да ты просто ничего не понимаешь. Да это ты ничего не понимаешь. Дрянь человек, он и есть дрянь. Да какое ты имеешь право так о нем говорить? Он тут вообще ни при чем. Ага. Да это я виновата, я эгоистка, душила его, не давала ему развиваться. А ну, только давай. Упивалась своим счастьем. Ну все. Я свою ошибку осознала. Давай. Я докажу Ромке, что я его достойна. О! О! Ожила. Ну и славно. Еще одна городская легенда повествует о призраке известного дореволюционного актера, служившего в местном театре. Встреча с ним может быть смертельно опасна. Дремовский журналист Карл Васин пишет, что по утверждению театралов, в последнее время призрак стал появляться чаще. Не впечатлило? Усыпляет. Максим Викторович, перед вами счастливый обладатель свежих водительских прав, так что если... Вы хотите поспать, можете уступить капитанский мостик. Только через мой труп. Ясно. Орешков?
А здесь, походу, из любопытности только призрак. А где все-то? Эй! У-у-у! Да, зря я тебя с собой взял. Максим Викторович, подождите. Вы еще будете благодарить судьбу за то, что меня взяли с собой. Вот. Чего это? Сценарий. Я уверен, что только вы его сможете гениально поставить. Наглость – второе счастье. Спасибо, Максим Викторович. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. У нас два номера на фамилию Озеров. Угу. Вот паспорт. Так, да? Вы кузина Бетси? Нет. Я вам помешал? Нет, я уже ухожу. Знаете, если бы я был режиссером, я бы вас никуда не отпустил. Грех разбрасываться звездами. Но я всего лишь скромный сценарист. А вот режиссер у нас... Вот, Максим Викторович, Озеров. Вся надежда на его авторитет и проницательность. Вы Максим Озеров? Да, это я. Меня зовут Василиса Карпова, я из Дрёмовского вестника. Вы не могли бы дать интервью? Девушка, я весь день за рулем. Можно я хотя бы умоюсь? А, конечно. Спасибо. Спасибо. Держи. Я сейчас. Не задержимся. Василиса, подождите. А вам случайно интервью с талантливым столичным сценаристом не нужно? С талантливым? Да. Итак, представьтесь. Федор Величковский. Вот. Может, меня просто нельзя любить? Может, я какая-то бракованная? Да при чем здесь ты, а? Он же не от тебя ушел. Он вообще просто ушел. Он от следующего уйдет. Он вообще от всех уйдет. А куда тебе столько новых картин, а? Ну, просто перемен хочется. А, ну хорошо. А чего вешать-то собираешься? Ну, так этих импрессионистов. Хм. Ну, может, покажешь? Мне же интересно. Я люблю импрессионистов. Егор, тебе не понравится. Я люблю картины. Покажи. Ух ты. Ну, вот это живопись. Вот это я понимаю. Ромке надо расти, развиваться. Да. Я ему обязана помочь. Нет, да Ромке надо помогать. Ну, теперь здесь будет его кабинет. Ага. Здесь будет галерея его лучших ролей, которыми он гордится. Я куплю шкаф. Угу. Самые лучшие книги по театру, литературе, психологии. Будет удобное кресло у окна. И, конечно же, лучший компьютер. Ромка будет писать книгу. Чего? Ты что, с ума сошла? Ты сколько копила, а? Да я, если бы знал, я бы палец о палец здесь не ударил. Ты где жить-то теперь собираешься? В поленнице? На кухне. А-а-а. Ну, ясно. Ясно. Егор, ты что, Егор? Ты по какому праву, Егор? По соседскому. Да. Мы же вроде как не чужие, да? Я должен смотреть, как ты сохнешь. Это моя жизнь, моя ошибка, мне исправлять. Ну, понимаешь, Ромка должен видеть во мне соратника, а не няньку. Ага. Ну, в конце концов, у меня что, нету права быть счастливой? Да вот что, пожалуйста, давай. Хочешь страдать, страдай. Мне дел по горло. Холода наступили, розы не накрыты, сейчас погибнут. Уже вот, ну вот уже 6-й час, а я еще даже не начинал. Завтра на работу идти. Ты сколько время?
Начало шестого, 5:10. Господи, я же на спектакль опоздаю, все из-за тебя. Да погоди ты! А, стой! Какой там, спектакль? Там Ромка играет. Я никогда на его спектакле не опаздывала. Он говорит, мое присутствие его поддерживает. Вот если я опоздаю, это будет означать, что действительно все кончено на самом деле. Целый час еще ехать. Да подожди ты, я подвезу. Мне еще собираться. На машине быстрее будет. Можно? Нет. Максим Викторович, на спектакль опоздаем. Слушай, иди без меня, а? Потом расскажешь. Надо быть. Василиса сказала, что наш приезд для них как визит марсиан. Кстати, где она? Не поверите, как в сказке. Посмотрела на часы и улетучилась, даже телефон не оставила. А ведь это было мое первое интервью, а я облажался. Чувствую поступающую депрессию. Теперь это будет твоим обычным состоянием. Добро пожаловать в волшебный мир искусства. Привыкай. Добрый вечер, Ариадна Марковна. Василиса, ты же сегодня выходная. Нет, меня Софочка попросила прийти. Приезжает столичный режиссер, а Валерия Павловна и Рамзес в главных ролях. Сами знаете, какой скандал будет, если с платьем что-то не то. Но скандала все равно не избежать. Призрак, видишь? Опять безобразничает. Ой. А вы думаете, это он? А кто? Тут все свои. Ну, кому нужно Валерию Павловну вот так вот изводить? Вот говорила. Говорила, что не надо Витольда отсюда снимать. Mm. Ой, актеры такие обидчивые. А тем более с такой-то судьбой. Mm. Могут и мстить. Даже оттуда. Вот так. Ой, простите, дверь была заперта на ключ, и я пришла, как вы просили. Выйди. Простите, я просто думала, что что-то случилось. Ничего, выйди. А как же костюмы? Их погладить надо. Я сама. Закрой дверь. На ключ? Ой. Рядом. Да я только проверить. Да? Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. К вам должен был режиссер из Москвы приехать. Может быть, и должен. Так этот режиссер, это я. Смотри, у меня есть. Ох, да. А это мой студент. Здрасте. Я только удостоверение, пожалуйста. Побежался. Погоди. Вы знаете, я, кажется, забыл в машине, в сумке. Я тоже. Ариадна Марковна. Так, в чем дело, товарищи? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Озеров Максим Викторович. Город Москва. Режиссер. Угу. Тулупова Ариадна Марковна. Город Дремов, администратор. Понятно. Диалога не получается. Директору звоните, пожалуйста. Кому, скажите мне, кому понадобилось мне гадить? Кому я здесь мешаю? Ариночка, здравствуй. Кто приехал? Это что? Ой, минуточку. Дорожкина. Я слышу, что Дорожкина. Чего она скандалит? Опять портрет разбили. Ах, как не вовремя. Сейчас ведь все под горячую руку попадут. Угу. С минуты на минуту москвич объявится. Хорошо же будем выглядеть. Ладно. Пойду разбираться.
Удачи вам. Да ладно. Угу. Поняла. Юрий Иванович вышел. Отлично. Угу. Касса у вас где? А вот. Ну что, студент, пошли покупать билеты на спектакль, который я должен был записать для крупнейшей радиостанции страны. Ой, Василиса, спасибо, что ты сбегала. Не за что. Моя любимая печенька. Василиса? Чайку попьем. А? Ой. Так, ты куда? А почему вы ее пропустили? Потому что она здесь работает. В пресс-службе? Нет, в костюмерной. А, так. Максим Викторович, я должен ее догнать. Может быть, мы больше с ней никогда не увидимся. Я буду проклинать себя всю жизнь. Да подожди. Я вернусь. Стой! Снимаешь, сиди! С места не сойду. Василиса! Ничего, ничего. Я стой! Студент! Ну-ка, стой! Вася! А я думаю, куда эта моя девочка пропала? А я не пропала. Ты меня, пожалуйста, извини. Я кое-какие вещички на работе храню. Дома не могу, потому что никого нет. Вдруг украдут. А в театре точно не пропадет. Я достала посмотреть, проверить, а тут вдруг ты. Вот и не сдержалась. Я все понимаю, Софочка. Не переживайте. Ну вот и умничка. Только ты никому не рассказывай. Договорились? Да, конечно. Софочка, милая, я вас обыскалась. А ну-ка иди сюда. Иди, иди. Ой, я не виновата. Ах, зараза. Я не виновата, пожалуйста. Нет, нет. А черт. Не давай. Ах, зараза. Ну-ка, говори. Нет, говори. Давала мои вещи кому? Кому давала? Говори. Не давала. Никифор, выдавала? Нет. Валерия Павловна, но Софочка никому не могла дать ваши платья. Да? Ну. Действительно? А чего она тогда щами валяет? Только Никифор у нас шеи с банки жрет. Ничего, чувствую, вам кажется. Действительно? Руки убери! Действительно! Да вы тут все заодно! Лера, все за мои спиной! На-на-на! Это неправда! Лера! Неправда? Дядька Михайловна, ну вы-то хоть идиотку из меня не делаете. Вы думаете, я не знаю, как вы репертуар нарочно подбираете? Ну так, ну за что мне ничего не досталось этому Рамзесу? Все! А он вам за это. Руки! Все виды интимных услуг. Зачем так? Тебе не стыдно? Здрасте. Мне? Это тебе должно быть стыдно. Такой большой в сказки верит. Все-таки на карьеру какую-то надеется. У нее истерика. Дайте ей воды. Бездарность. Истеричка. Бездарность. Припадочная. Бездарность. Стерва. Бездарность. Рамзес, замолчи. Лерочка. Маэстро, это вы сейчас мне сказали? Лерочка, ты переигрываешь. Маэстро. Тоже. Все ваши заслуги далеко в прошлом. Распустили некоторые. А сейчас вы так доедаете за великими объедки. Хам-хам! Импотент. Ну, знаешь. Успокойся, выпей, пожалуйста. И ты импотент. Лер. Ну, сейчас тут всем достанется. Муж. Одно название. Валя, угомонись. Неудачник. Лера. Ой. Лера. Вы соображаете, что я говорил? А если бы что? Солнцеликий и щедрейший меценат узрел бы? Фу! Хватит! Все же прекрасно видят. Поигрались. Все прекрасно видят, как вы присмыкаетесь перед этим бандитом. Меня!
Он же мне не раз намекал на койку, и вы знаете это прекрасно, прекрасно это знаете. Но вам все равно, вам абсолютно на все наплевать. Деньги театру отстегивает, сюда, и иди. Ладно. Успокойтесь, иди сюда. Илья, санитаров вызову. Зовите. Еще до такой выходки, поедешь домой, понял? Давно пора. Директор у вас где? Директор, нас проведите, пожалуйста. Давайте, звоните в психушку. У нас производственное совещание. Да вы ж тут все меня боитесь. Ведь я одна правду говорю, так? Ничтожество! Валерия Павловна, ведите себя прилично. Браво! Браво! Ой, притуши нимб! Ослепила прям вся! Тоже мне эталон праведности. Клоунада продолжается. Что? Папашка в искусство не пропихнул, так решила так, по старинке, звездной подстилкой. Папа. Как? Оленечка. Господи, еще не хватало. Ой. Ой. Оленечка Михайловна же ничего не знает, да? Так Рамза с ней давно шашни крутит. Так что у вас тут шансов нет. А вот за это ты ответишь. Алиночка. Я это так не оставлю. Пап, я... Алиночка, что она говорит? Я правда, я... Папа... Извините. Платье. Лера, Лера! Лера, Лера! Пап, я... Юрий Иванович! Юрий Иванович! Ты куда? Лерочка, ну что ты как ребенок? Что ты пытаешься доказать? Где вторая зеленая? На побегушках. Я здесь. Ты давала платье Никифоровой? Нет. Не будем говорить, да? Я правда не давала. Сама она просилась. Эта соплячка устроилась в театр для того, чтобы строчить в разные газетенки желтые под псевдонимом Карл Васин. Кто? Статьи о призраке. Ничего себе! Что? В театре слышат странные шаги, завывание и даже пение. Лерочка, может, не стоит? Угу. Призрак особенно любит зал. Здесь частые неполадки с электрикой. Может ударить током, даже упасть люстра. Или штанкет. Как же так, Василиса? Она серьезно все пишет в театре. Максим Викторович, ведь это выходит по ее статьям. Я делала свою аудиоэкскурсию. Теперь понятно, почему девушка убегала. Мы-то знаем, что она журналистка. Но вот сейчас она ее сожрет. Это судьба, Максим Викторович. Какая судьба? Господа! Куда ты лезешь? Ну разве грешный человек, если хочет познать неизведанное? А почему посторонние в гримерке? Охрана где? Вы кто? Он безбилетник. Говорит, что режиссер из Москвы. Как? Режиссер? Увы, я всего лишь верный оруженосец, а сам режиссер, он вот. Озеров Максим Викторович, режиссер, город Москва. Доигрались. Так, господа лицедеи, так, по местам, 5 минут до начала спектакля, 5 минут. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Лукин, моя фамилия, я директор, я ждал. Виталий Васильевич, простите ее. Да, весело у вас тут. Уж извините, нервные натуры. Вы что, каждый день так развлекаетесь? Нет, только когда ждем очень важно гостей. Так, потом все потом. Родимые на места, мои хорошие по местам, да. Спасибо. Прошу вас. Двери закрывать надо.
Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Я весь хотел бы клавишами стать, чтоб только пальцы легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать, когда ты струн коснешься в забытии. Но если счастье выпало струне, отдай ты руки ей, а губы мне. Браво! Уважаемые зрители, антракт 15 минут. Предупреждаю, в театре действует гардероб. А, да-да, конечно, спасибо. Спасибо. Максим Викторович, я отнесу. Чего такое рвение? Пытаюсь скупить вино. Скупай, только не пропади опять куда-нибудь. Ага. Внимание! Объявлен антракт 15 минут. Внимание, кто еще не сдал деньги на турпоездку? Вот. Просьба срочно занести Ариадне Марковне. Актеров Стелькина и Куклина просьба после спектакля зайти в приемную. Спасибо. Кузина, что с вами? Там никого в коридоре нет. Там пусто. Кто должен быть? Дорожкина. Вы от нее прятались? Меня теперь уволят. Но я же не виновата, что за призрака больше платят. Я его сама боюсь. Я хотела стать театральным критиком и писать рецензии, но за них я мало получаю. А мне нужны деньги на лекарства для бабушки. Мы с ней вдвоем, и никто нам не помогает. Прошу, не расстраивайтесь. У вас большое будущее. Я читал ваши статьи. Я уверен, что репрессий не будет, учитывая ваш талант и обстоятельства. Ну и мнение столичного сценариста. Вы думаете? Убежден. Только вы должны мне немножко помочь. Чем? Проводить до гардероба. Я заплутал. Конечно. Валерия Павловна! Внимание, до начала второго акта осталось 5 минут. Господи, опять под шофе, что ли? Виталий Васильевич! Виталий Васильевич! Дорожкина заперлась! Виталий Васильевич! Не давайте звонок! Не давайте звонок! Да не говори. Много времени прошло. Ну, почему? Издевательство какое-то. Ну, бред. Бред. Да. Да. Там точно что-то случилось. Конечно, случилось. Как ты думаешь? Почему? Может, домой пойдем? Угу. Пойдем? Господи, что же это?
Юрий Иванович. Я не знаю. Зовите Юрия Ивановича. Ну, где ты ходишь-то? От папарацци прячусь. Что, опоздал? Да в том-то все и дело, что нет. Вон 20 минут уже прошло, все никак не начинают. Уважаемые зрители. О! Произошло несчастье. Спектакль отменяется. Деньги за билеты будут возвращены. Так, ну-ка, пошли. Ага. Ларочка, ты только не волнуйся. Виталию плохо. Лежит, совсем не дышит. Не знаю, родненькая. Перед спектаклем все было в порядке. С Валерией Павловной тоже что-то случилось? Конечно, приезжай. Я стучала, не просыпается. Скорую уже вызвали. Там. Валерия Павловна там не просыпается. Я стучала. Боже. Открывайте. Отлично. Лера! Что там? Лера. Жива? Да, на шатырь. На шатырь, быстренько! На шатырь! И воды принеси. Я прав. Так, ну-ка, давайте отсюда. Нечего смотреть. Что там? Странно. Тихо. Что случилось? Что с вами? Эти поймали. Проспаться ей надо. Это явно призрак. Пить надо меньше. Лера, что произошло? Что? Что, Лера? Тихо. Что с вами? Доброе утро, Максим Викторович. Утро добрым не бывает. Вас не мучила бессонница? Нет, спал как убитый. А я всю ночь думал о том, кто мог убить Верховенцева. С чего ты взял, что его убили? Так, может, это инфаркт? Так все говорили, что он никогда ничем не болел. Как думаете, с нас будут брать показания? Чего с нас брать? Мы только приехали. Ничего не видели, ничего не знаем. Вы, может, не видели? А я видел. Я видел, как все ссорились, разве только дым из ушей не валил. И Земсков обещал отомстить. Ничего такого он не говорил. Дорожкины что-то подмешали в чай. Может быть, смертельная доза была уготована не Глафрежу, а Приме. А выпил, случайно, он. Да? Ну, а Приме тогда что подмешали?
Верхоянцев мог зайти к ней в антракте и выпить чай, а Дорожкина выпила остатки. В любом случае, даже если Глафреш умер своей смертью, то Дорожкину отравили, ведь Земсков обещал отомстить. Послушай, чай Дорожкина в антракте приносит костюмерша Софочка. Это ритуал. Кроме нее в гримерку никто не заходит. Так что же нам теперь, Софочку подозревать? Или того, кто знал про ритуал. Да об этом весь театр знает. Ну, теперь еще и мы с тобой. Так, давай. Быстро все доедай и поехали домой, нечего тут делать. Егор! Егор! А куда это вы, соседка? С утра пораньше бегали? Ну, просто моя одноклассница, она как-то закончила курсы в салоне красоты и звала меня все время в качестве модели, и я решилась. Вот. Красиво? Осторожно. Ну, ничего, ничего. Что? Не очень вульгарно? А, нет. Нет, хорошо. Красиво. Да? Да. Ну ладно, спасибо. Я пойду. Здравствуйте, Клара Борисовна. Лялечка, здравствуй. Рома. Привет. У тебя новая прическа? Угу. Тебе идет. Спасибо. А что ты тут так рано делаешь? Прощание-то только вечером. Дела. Клара Борисовна, я тут испекла булочки с корицей. Очень вкусные. Ром, ты же любишь с корицей? Вот. Ой, булочки. Угощайся. Спасибо. Ты, если будет желание, ты заходи на чай. Угу. Угощайтесь. Благодарю. А, Юрий Иванович, булочки. Ляля? Ляля, срочно зайди. А... Шеф, я вспомнил. Софочка призналась, что она следила за Дорожкиной перед спектаклем, потому что расстроила ее. Так вот, Дорожкина отлучалась из гримерки минут на 3-4, там не могли подлить яд. Федя. В детектив играться мы не будем. Сейчас заедем в театр, попрощаемся с директором и уезжаем. Нечего здесь делать. В машину садись. В машину садись. Юрий Иванович, тут к вам режиссер из Москвы. Здрасте. Здрасте. Юрий Иванович занят. Так мы ненадолго. Ага. Очень занят. Подождите. Юрий Иванович. Господи, Юрий Иванович. Ромка. Вызывай скорую. Господи. Юрий Иванович.
Ага. Водички. Полегчало? Где откуда столько лекарств? Отец приучил держать при себе элементарные средства спасения. Валокордин, нитроглицерин. От головы, от поноса. Простите за прозу жизни. Бери. Алло, скорая? Пожалуйста, срочно карету в Дрёмовский драматический театр. Юрий Ивановичу нужно покой и тишина. Ему лучше. Юрий Иванович, не надо ничего. А что случилось-то? Ему лучше? Да. Вам лучше? Лучше. Все, спасибо. Все хорошо. Карета больше не нужна. До свидания. Деньги. До вчерашнего дня были на месте, а сейчас пропали. Какие деньги? Там лежали три пачки. Я думал, переложил куда-то. Все обыскал, нету. Это же 500 тысяч, ради мои. Что теперь делать? То есть сейф, получается, вскрыли? Боже, сохрани. Я его открыл вот этими ключами. Полез за личным делом Бочкина, чтобы некролог составить. А что, Бочкин тоже умер? Бочкин — это главный режиссер театра. Он вчера трагически скончался. Виталий Васильевич Бочкин. Верховинцев — это псевдоним. Вот. Хорошо, а запасные ключи от сейфа у кого еще были? У Бочкина и были. Что делать? Специалистов вызывать, компетентные органы. Максим Викторович, вы не понимаете. Деньги эти передал очень влиятельный человек, наш покровитель. А чего он ряженый-то? Это из спектакля. Мечтал быть актером, и Юрию Ивановичу иногда приходится его задействовать, да, в постановках. Забавный человек. Непростой. Бандит, да? Знаете, я к нему в трудовую книжку не заглядывал. И не собираюсь. Он нам всегда помогает, участвует. И деньги эти, 500 000 рублей на ремонт крыши, подарил. Она у нас в аварийном состоянии. Еще весной стала заливать. И так мы всем театром архивы, декорации спасали. Ой, по ночам дежурили. Знаете, я полгода эти средства искал. И просил, и кланялся. И в мэрию, и к бизнесменам. Никто не хотел помочь. А он дал. Прилюдно, на собрании. Без расписок. Понимаете? Понимаю. То есть о деньгах в театре знали все? То есть получается, что мог украсть кто-нибудь из своих? Вот и я о чем. Такое неуважение к благодетелю. Если узнает, не простит. А это конец театру. Нам помощи ждать больше неоткуда. А если сейф не взломали, значит, его открыли ключами. А ключи Бочкина на месте вы проверяли? Откуда я знаю? Его в морг увезли. Родимый, что делать? Водички попейте. Нам надо втихую найти вора и деньги. Может быть, все это затевалось ради денег. И Бочкин, он же Верховенцев, был убит, чтобы вытащить ключи от сейфа. Куш-то неплохой. Как убить? Максим Викторович, это же невозможно. Ну, послушайте, я вас умоляю, ну не слушайте вы его. Это у него от избытка воображения. Господин Величковский считает себя сценаристом, специализирующимся на детективных постановках. О, постановка на радио. Надо составить план репетиций. Послушайте, никаких репетиций не будет, потому что сегодня же вечером мы уезжаем. Как? Мы же просто должны. Мы обязаны. Как вы себе это представляете, когда у вас в театре такое ЧП? Они так готовились. Да, и даже все переругались, пока роли распределяли. Да, Максим Викторович, я вас умоляю. Не надо меня умолять. Это же всесоюзное радио. Наш спектакль прогремит в федеральном эфире. Мы останемся в фонотеке Госрадиофонда. И в Берлине будут представлять на конкурсе «Золотая радиола». Да. Это же, так сказать, след в вечность. У вас в театре похитили 500 тысяч. У вас умер главный режиссер. Вы представляете, какая чехарда сейчас у вас начнется? Вы не понимаете. Я не понимаю. А ведь у нас такие талантливые актеры. Вот. Да. Пойдемте. Пойдемте.
Вот, вот взгляните. Раньше вся стена была в актерах, вся. Три ряда. А теперь вот. Да, молодежь уходит, а привлечь новые кадры сложно. Ни денег, ни перспектив. Даже полного второго состава нет. А ваш радиоспектакль – это шанс актерам хоть как-то заявить о себе. Угу. У нас ведь разговоров только про Москву, про большое кино, славу. Вот и моя Ариночка тоже мечтает попасть в сериал или шоу. Они же артисты, понимаете? Им нужны... Аплодисменты. Вот. Да. Это вот по столичным меркам такая запись рядовая. А для нас надежда. Я ведь в молодости тоже, знаете, мечтал об огнях, цветах и столичной сцене. Я ведь режиссер по образованию. Трудно, знаете ли, уговорить себя, что это вот и есть твой удел. А телевидение, награды и красные дорожки – это все для кого-то другого. Но я Алине говорю, уедешь от нас – пропадешь. А здесь, может, и отыщется еще смысл. Но разве уговоришь? И потом. Я имел неосторожность пообещать нашему меценату. Он ждет, что наш театр наконец прогремит на всю страну. Мы должны это осуществить. Я не против это осуществить. Но просто мне кажется, что в данной ситуации это как-то не вовремя. В память! В память о великом и безвременно ушедшем! Артисты будут играть как никогда. Я обещаю, вы ни в чем не будете нуждаться. Мы все обеспечим. И банкет, и интервью, и культурную программу. Ляль, ты же гидом работал. Ну? Да. Сразу после репетиции проведешь экскурсию по городу. А я? Ну, а как же? Юрий Иванович, я устал вас ждать. Подпишите мне увольнение. Держите, держите. Родимый, как же так? У нас такие происшествия, а ты дёру? Если вы мне не подпишете, я просто уеду и все. Как я подпишу, когда ты во всех спектаклях занят? На тебе весь репертуар держится. Рома, нет. Подписывайте, или я так ухожу. Нет. Ну что ж, понятно. Всего хорошего. Ром, Родимый. Счастливо оставаться. Да нельзя же так. Ну. Ромочка, родимый, ну так же не делается. Ну кого я сейчас на твоей роли введу? Ну подожди хоть месяц. Ни дня больше не будет меня в этой богадельне, где о ведущего актера вытирают ноги. Да побойся бога, тебя же так любят все. Посмотри, сколько подарков от поклонниц. А радиоспектакль, у тебя же главная роль, вельмо. Плевал я на ваш спектакль. Да мы же никого не успеем подготовить, Роман. Скажите, пожалуйста, а в каких спектаклях занят артист Земсков? Боже мой, да практически во всех. И в «Свадьбе Кричинского», и в «Белой гвардии», и в «Методе Гронхольма». И в «Гамлете». Какой Гамлете. Прекрасный материал. Вы знаете, у меня есть неделя свободного времени. Я думаю, что мы сможем кого-нибудь подготовить. У вас ведь кандидаты есть? Второй состав? Да. Ну вот, замечательно. Нельзя же спускать на тормозах. Все-таки федеральные эфиры, европейские премии. Ванечка, Исаулов. Очень неплохой артист и подающий большие надежды. Прекрасно, прекрасно. Звоните ему и пусть он повторяет текст. Исаулов? Погодите, но какой Исаулов? Подумайте, но какой Исаулов? Вельмонт? Турбин? Ну что, вы рехнули, что ли? Так отступать-то некуда, родненький. Ты ж руки выкрутил. Где он у меня, Ванечка? Уникальный Исаулов. Метод Максима Викторовича творит чудеса. Спасает... спектакли от провала. Да слышали, слышали. Вот он, Ванечка Исаулов. 9-7-1. Вот. 9. Исаулов не будет играть Вельмонта. Будет. А я говорю, не будет. А вот режиссер говорит, что будет. Ну почему же не будет? Мы все ему поможем сделать замечательную работу. Правда, Ляля? Ну, правда. Да, вот так. Хорошо.
Я все понял. Но только месяц и ни дня больше. Ни секундочки, родники. Спасибо, Максим Викторович. Спасибо. Лечка, чайку организуешь? Юрий Иванович, Юрий Иванович. Да-да. Федя. Я сейчас. Юрий Иванович, скажите, вы помните вот помощницу костюмерши Василису? Да, ужасная история, ужасная. Видимо, придется уволить. Хотя девчушка, она хорошая, да и бабушка у нее болеет, но... Юрий Иванович, а мы можем не наказывать талантливую журналистку? Она исправится, она обещала. Вообще-то это не педагогично. Да и меценат не одобрит. Но если вы с Максимом Викторовичем просите... Да, с Максимом Викторовичем, конечно. Угу. Ну, считайте, я уже забыл. То есть я могу ее обрадовать? Обрадуйте. Спасибо. Федя! Максим Викторович, я погуляю недолго. Федя, я тебя предупредил. Я быстро, ага. Васенька, ты уже проснулась? Да, бабушка. А почему так поздно? Тебе разве не в институт? Сегодня попозже. Как ты себя чувствуешь? Доброе утро. Чудесно. И не смей беспокоиться. Скоро операция. Ты же знаешь, что операция будет только в следующем году. Прости. Да, Федя, доброе утро. Кузина. А почему шепотом? Слежу за Земсковым. Кстати, что вы скажете о нем? Да ничего такого. А что случилось, Федя? Пока ничего. Ах, да, репрессий не будет, вас ждут в театре. Спасибо, Федя, до встречи. Не за что. Бабушка, звонили из института, пары перенесли, я срочно бегу. Это что, лекарство? Сердце? Я никуда не иду. Немедленно прекрати истерику. Звонила Нина Васильевна со второго подъезда. Хочет зайти в гости, попить чаю. Понятно? И марш в институт. Ладно. Пока. Пока. Скажите, Ляля. Что? А кто же мог украсть эти деньги? Простите, как вас по имени, отчеству? Ольга Михайловна. Но все называют Ляля. Я привыкла. Понял. Ну, раньше в театре пропадало что-то? Воровали? Здесь все друг друга знают. Двери никто не запирает. Сумки у всех нараспашку. Понятно. Никому и в голову не придет прятать. Так что пропал только у Софочки с завкостюмерным цехом старинный платок. Не нашли, а так... А что за платок? Дорогой? Нет, не дорогой. От костюма Валерии Павловны. Да она, скорее всего, сама его куда-нибудь засунула и забыла. А Софочке устроила взбучку, она в этом деле мастерица.
А у Софочки ничего пропасть не может. Ясно. Скажите, а это что за персонаж? Призрак. Алло. Ну, похоже, эти болваны опять ни о чем не догадались. Мы блестяще разыграли партию, графиня. Даже несмотря на форс-мажор. Да говорю же тебе, все прошло идеально. Беспокоиться вовсе не о чем. Господи. О, извините. Вчера было не до знакомства, Валерий Клюкин. Муж Валерии Дорожкиной. Да. Да я всем так сразу говорю. Муж. Ну, чтоб никаких вопросов не было. А какие могут быть вопросы? Ну, мало ли что, такое почетное звание. Муж звезды. Артист Витольд получил свою известность благодаря роли Нострадамуса. Но он впал в немилость управляющего театра, и тот лишил его всех главных ролей. Зрители забыли Витольда. Всю свою оставшуюся жизнь играть кушать подано он не мог и застрелился прямо на сцене. Ого. С тех пор его призрак мстит всем обитателям театра. Многие видели нечто с таким клювом. Как известно, Нострадамус был чумным доктором, и у них были такие странные одежды. Угу. Трагическая театральная история. А вы тоже видели этого призрака? Я нет, пока не встречалась. Хорошо. А Рамзес, что вы можете о нем? Роман Земсков. А вот это вот оскорбительное прозвище ему дала Дорожкина. Она ненавидит Романа. Нет, ну претензий-то у меня к нему нет. Он же хороший актер. Он прекрасный артист. А что, он часто истерики так закатывает? Да нет же. Нет, он... Он очень впечатлительный. У всех артистов подвижная нервная система. Ну да, я в курсе. Приходилось встречаться с артистами. Он человек величайшего таланта. Алмаз, понимаете? Тонкий, умный. Что, он один такой, да? Прямо вокруг? Больше него талантливых людей нет? Сравнимого с ним нет. Секундочку. Ляля, я пока себе чайку налью. Опа. Интересно. Ромка! Ромочка! Юрий Иванович, а что у вас со светом? Юрий Иванович, что-то случилось? Звонили из полиции. Страшное известие. Наш Виталий Васильевич был отравлен. Подождите, что значит отравлен? Остановка сердца вызвана каким-то активатором, то ли блокатором. Я, честно сказать, не совсем понял. Понял только одно. Заводят уголовное дело. Теперь будут искать, шнырять, допрашивать. Пропал театр. Пропало дело, пропало все. Слушайте, значит, похитил эти деньги кто-то из театра?
Так нужно сообщить об этом в полицию. Нет, нет. Юрий Иванович, вы что, не понимаете, что Верховенцев могли убить из-за этих денег? Ведь второй ключ был только у него. Максим Викторович, это никак нельзя. Так, Юрий Иванович, у вас камеры наблюдения есть? Это... Да. Ну-ка, пойдемте. Проводка. В театре старая. Свет постоянно падает, поэтому подъемник не работает. Заметил. Так что большое вам спасибо. Конечно. У вас тут это? Заблудиться можно. Так у нас тут и не ходит никто. Чаю хотите? Нет, 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 я не хочу, спасибо. А я выпью. Конечно, конечно. А как здоровье Валерии Павловны? Лучше, лучше. По крайней мере, по телефону голос бодрый. По телефону? И в зеркале больше никто не мерещился. А вы разве не виделись с женой после смерти Верховенцева? Ну, мы сейчас живем не вместе из-за временных разногласий. У Леры бывают частые нервные срывы. Ну, что поделаешь, звезда. Да. Я понимаю, что у нее трудный характер. Но на самом деле она ведь чудесный, отзывчивый, добрый человек. А вы никого не подозреваете в попытке ее отравить? Ух, у Леры, конечно, много врагов. Но я думаю, что здесь другое. Боюсь, что она могла сама. Самоубийство? Вот, и еще здесь есть камеры. Ага, так. А вот здесь, у приемной? Здесь нет. А зачем? Хорошо, а в служебных помещениях и где кабинет Верховенцева? В коридоре у бухгалтерии камеры есть. А у гримерок нет. Разве можно? У нас актрисы, бывает, в неглиже бегают. Или целуется кто от полноты чувств после спектакля. А тут камеры. Разве можно? Понимаете? У Леры в последнее время очень частые нервные срывы. Она находится в постоянном стрессе из-за этого негодяя, который разбивает ее портрет. Кто это делает? Непонятно. Камеры наблюдения ничего не фиксируют, потому что в момент нападения вырубается свет. Так вот, Лера считает, что это делает призрак. Призрак? Да, да, призрак актера Витольда. И он угрожает ее жизни. Бедняжка, она даже пить стала. Да, перед спектаклями. Хотя раньше себе этого никогда не позволяла. Снотворное ест с горстями. И запивает его, опять же, алкоголем. Так вот, я и подумал, может, она перебрала с дозой. Федор! Да? А чего это вы меня преследуете, барышня? А я на прощание пришла, увидела вас у Клюкина и вот решила поймать. А я дочку баронессы играю. У меня, правда, там реплик мало. Вы же Федор, да? Федор Величковский. А вот скажите, у нас в пьесе все роли уже распределены. Или я ошибаюсь? Какие роли?
Ну, в спектакле, который вы приехали записывать. А, я роли не распределяю. Это делает Максим Викторович. Он режиссер. А вы? А я сценарист. Как здорово! Да? Федечка, а может, вы напишете для меня сценарий? Самый-самый лучший, самый красивый для самого-самого-самого главного канала. А еще лучше для кино. И тогда я стану знаменитой и вас прославлю. А вы разве с вашими данными не можете в театре прославиться? О, Господи. Ну почему все считают, что если дочь директора, то значит сразу прима? У нас так не принято. Папа вообще считает, что за меня хлопотать не надо. Это неприлично. У нас как? Если режиссер решил утвердить на роль, то он утвердит. Но вчера наш режиссер помер. Так-так-так, у нас Алиночка взяла в оборот молодого человека. Познакомь меня с ним. Федор Величковский, приезжий из Москвы. Марина Никифорова, артистка, здешняя. А где господин Озеров? А знаете, я его сам ищу. Подождите, подождите, давайте поищем его вместе, потому что я как раз хотела извиниться перед ним за выходку нашей звезды. Дорожкиной? Да. Но ведь ей же самой досталось, ее отравили. Кстати, вы знаете, кто? Я бы ее сама отравила. Она папе нагрубила, Верховенцева довела, а Клюкин вообще с ней носится, как с писаной торбой. Знаете, хотелось к ней подойти и дать просто вот пощечину. Послушайте меня. Никто ее не отравил. Дело в том, что она захотела сорвать спектакль, чтобы Рамзес не доиграл и опозорился перед вами. Ну, не может она смириться с тем, что не она была в любимицах у главрежа. А кто был? Земсков? Ну, конечно, конечно. Ляля день и ночь капала Верховенцеву, какой у нас Рамзес гениальный. Он все слушал, слушал. И теперь все главные мужские роли у нас играет Рамзес. И, между прочим, директор это тоже поддерживает. Папа вообще-то с Виталием Васильевичем знаком всю жизнь. Алиночка, милая, я ни в чем не обвиняю твоего папу. А еще этого не хватало. Федя! Оп, привет. А, мне к директору надо. Проводишь? Провожу. До свидания, Федор. Здравствуйте. До свидания. Здравствуйте. Привет. Кузина Бетси, вы меня спасли. Это вы меня спасли, Федя. Я как раз вас искала, чтобы поблагодарить. Лука не только меня не уволил, а еще попросил подготовить сцену к прощанию. Софочка плохо себя чувствует после вчерашнего, а я иду на склад. Давайте я вам помогу. Пойдемте. Давайте. Юрий Иванович, вызывали? Да. Ариадна Марковна, вы вчера в антракте, в коридоре, никого из чужих не видели? Может, у режиссерского кабинета? Видела. Москвича. Ну, того, который помоложе. Вот, я же говорил, не шататься по театру. Надо спросить. Может, он видел кого? А. Абонент временно недоступен. Недоступен. Угу. И зачем же вы меня в преисподнюю привели? Я только отсюда. Да, действительно, преисподняя. А мы сюда пришли за траурными принадлежностями. Это у нас склад. Здесь хранятся реквизиты, старые декорации, костюмы. А мы один раз с Софочкой здесь нашли старинный платок. Она его отгладила, отпарила. Так Дорожкина с ним не расставалась и играла только в нем. А потом он куда-то пропал. Как может пропасть что-то в театре, где все свои? Ну, Валерия Павловна думает, что его украл призрак. Федя, я должна признаться, я пряталась под столом не от Дорожкиной. Любопытно. А от кого? От него. Thank you.
У вас есть снимок призрака? Угу. Ну, к сожалению, только в таком качестве. Даже в таком качестве с этим снимком был бы убойный материал. Материала не будет. Ой, опять в театре пробки выбил. Здесь кто-то есть. Не бойтесь. Я боюсь. Просто нет света почему-то. Дайте руку. Ага, пойдемте. Лялечка, родненькая, что стряслось? Тебе плохо? Юрий Иванович, можно я домой пойду? Я все закрою. Конечно, конечно, Лялечка, о чем речь? Ужасные события, ужасные. Все на нервах. Пойдем. А если здесь есть мыши? Не боись. Они ведь нас не съедят. А, конечно, мыши большие, а мыши маленькие, и они не будут на нас прыгать. Не, мыши прыгать вообще не умеют. Прыгают кенгуру. Мы с папой, знаешь, на конференции в Австралии были когда. Там тьма кенгуру, и они все прыгают. Едешь по обочине, и там стаи кенгуру, и все скачут, как придурки. О! Заперто. Да не ловит здесь. Черт. Кто-нибудь! Откройте! Откройте! Эй! Ляль, ты дома? Соседка! Есть кто-нибудь дома или нет? Ау! Нет меня. А ты чего? Заболела, что ли? Егор, чего тебе нужно, а? А я розы так и не накрыл. Идем, поможешь, а? Не могу я сейчас укрывать твои розы. Ляль. Да у тебя нет температуры. Слушай, ты вместо того, чтобы лежать, встала бы и помогла бы по-соседски, а? Уйди. Я без тебя не справлюсь. Пожалуйста, уйди, Егор. Ляль, вот карнизы прибил, так они век провисят. Слушай, ты мне скажи, я тебе когда-нибудь отказывал, а? Нет, ты ответь мне, отказывал или нет? Ну хорошо. Сейчас пойду и буду укрывать твои розы. Ну хорошо. Ну, пойдем. Я жду. Эй! Эй! Да вас же кто-нибудь слышит! Отзовите! Кто-нибудь! Да! Ну и что здесь происходит? Шеф, я хотел вам позвонить, так, но... Так, все. Давай не при девушке. На выход. Ой. Иди уже. Егор, я же сказала, сейчас приду.
Ляля, я войду. Юрий Иванович, а студент-то нашелся? Максим Викторович, родненький мой, это что такое? А что случилось? Я вас спрашиваю, что здесь происходит? А что происходит-то? Ого! Звоните Софочке. Вызывайте полицию. У нас погром. Послушай, я твоего соседа когда-нибудь убью. Он твой родственник? Что ему от меня надо? Лекции начал читать. Господи, я так рада, что ты меня простил. Знаешь, я все-все поняла. Теперь все будет по-другому. Пойдем. Куда? Смотри, теперь здесь будет твой кабинет. Ты сможешь размышлять, репетировать и писать книгу. Ты же хотел написать мемуары. Вот. И тебе никто не будет мешать. Я буду на кухне. Там много места. Ляля. А ты собрала вещи, которые я просил? Я за ними приехал. Только. Ты, пожалуйста, только не уходи. Лялечка. Я без тебя не могу. Ляля, мы ведь тогда все вместе решили. Ты их собери, а я там посмотрю. Держи. Я умру без тебя, Ром. Ну что ты? Ну хватит уже. Рома. Ром. А ты окончательно решил уходить, или ты еще подумаешь? Ну, а что тут думать? Нет. Ляля. Рома, не оставляй меня, не бросай, пожалуйста. Ляля, ну сходи умойся. Ну, на кого ты похожа, Ляля. Рома, я не могу без ладно. Тебя. Ну, все.
Хорошо. Спасибо. Рад стараться. Юрий Иванович, ну, может, все-таки скорую вызовем, а? Что ты, родимый? Тут такое некогда. Некогда. Ну, что там в костюмерной? Софочка проверила? Проверила. Ну, и что говорит? Говорит, все на месте, ничего не пропало. Пойдем. Слава Богу. Ну, слава Богу, хоть здесь без криминала. Так, ну-ка, стой, студент. А, погоди-ка, родимый, присядь-ка. Ну-ка, пошел отсюда. Что ты делаешь, Егор, ему же больно. А ну-ка, ты, милый Пусть друг, чтоб здесь больше не показывался. Сунешься еще, а тебе шею сверну. Убери ногу. Да что ты шпионишь все время, сволочь? Я сказал, убери ногу. Ты фотографируй в интернет. Выложи. А ну, Ромка! Пошел отсюда. Ты хоть знаешь, что такое интернет? Обезьяна! Ромка! Я тебе сейчас... Чего ты ревешь, а? Он больше не придет. Ляль, да ты чего, а? Поплачь, поплачь. А в голове держи, ушел, и слава богу. Ляль. Это все из-за тебя. Это из-за тебя я тебя ненавижу. Ляль. Я тебя ненавижу. Ляль, ты чего, а? Ненавижу с твоими дровами, да ты... с твоими розами, с твоими житейскими мудростями. Ты что? Ты мне жизнь сломал. Не ходи больше ко мне. А? Не хочу тебя больше видеть. Ляль. Ты для меня больше не существуешь. Ляль, ну ты чего, а? А что мне делать-то было? Ну, гляжу, такси подъехало, это вылезает. Я говорю, что, одумался, что ли? А он, мол, не твое собачье дело. Вещи надо забрать. Я этому, еще этого гаденыша уговаривать стал. Ну, мол, ну пожалей ты ее. Ну, хоть самую малость, да не ходи ты к ней. А он, хоть бы хны. Я ему сразу хотел по шее врезать. Перед шофером было неудобно. Ляля. Ляль. А, в антракте, когда Ариадна Марковна попросила одежду в гардероб сдать, ты где был? Здесь, в коридоре. Ну, что я говорила? И что мы тут делали? Инспектировали? Просто любопытствовал. А ты в приемной никого не видел? Там никого не было. Я оттуда и ушел, потому что мне стало скучно. Ага. А что, нельзя? Нет, нельзя. Нет, ну да надо же было так умудриться. Пустяшную командировку превратить в такой головняк. Вот тебя черт, что ли, дернул таскаться по служебным помещениям, да еще в момент убийства? Откуда ж я знал, что там будет убийство? Да не надо ничего знать. Нужно выполнять свои обещания. Ты обещал ни во что не влезать? Да, обещал. А я обещал, что если что-то пойдет не так, домой поедешь. Так что не обижайся. Завтра первым же автобусом едешь домой. Все равно тебе в искусстве ловить нечего. Вы это поняли? Как интересно. Это вы по моему сценарию поняли? И по нему тоже. А знаете, что самое обидное? Когда вот найдешь ценные улики, а тебе же потом и по шапке. Какие улики? А не важно. Да подожди ты. Сказал А, говори Б. Что за улики? Я не говорил директору, чтобы не подставлять кузину Бетси.
Она пряталась в гримерке от призрака, который, может быть, и есть настоящий преступник. Вот он. Ну и что? Он же выключен. А как же ваше умение видеть через обложку? Вы ведь его даже не читали. Себе оставлю, на память. Девушка, да? А у вас есть расписание автобусов до Москвы? Вот здесь, посмотрите. Спасибо. Пожалуйста. Молодец. Да, слушаю. Озеров, здорово. Как успехи? Да нормально, Владлен Орленович. Репетируем. Молодец. Я в тебе не сомневался. Так тут у местных неприятности. Да, как там наш подопечный? Обработал? Чемодан пакует? Ну, думаю, что пакует. Смотри, а то тут мы с его папой волнуемся. У нас с тобой уговор. Да я помню, помню. Давай, творческих успехов. Спасибо. Федя! О, соседка! Привет! Ляля! Доброе утро! Девушка, доброе утро. Скажите, пожалуйста, А-631 уже выехали? Сейчас посмотрю. Ага, спасибо. Так. А, еще не выезжал никто. Да-да, спасибо. Прошу прощения. Ромка, прости меня, пожалуйста, я... За что? Я так виновата перед тобой, я должна была остановить Егора. Но ты знаешь, я с ним больше не общаюсь, я ему запретила приходить вообще. Голубушка, я совсем не сержусь. Да? Напротив, я считаю, что нам надо расстаться добрыми друзьями. Вы ведь не против, Ольга Михайловна? Да, все хорошо. Ну вот и хорошо. А я в ларек за чаем, а то сегодня репетиция. А чая нет. Идет. Доброе утро. Доброе утро. Не помешаю? Доброе утро, Максим Георгиевич. Присаживайтесь. Да ладно, валять дурака, садись. Uh-huh. Я думал, ты уедешь. Хотел. Спасибо. Но потом понял, что не имею права. Тогда страна потеряет и талантливого драматурга, и детектива. Опа. А ты еще и детектив. А что, в моем драматургическом таланте вы уже не сомневаетесь? Максим Викторович. Василиса, скажите, а что могли искать костюмерные? Да у нас там ничего особенного нет, лоскуты, обрывки. Я считаю, что погром в костюмерной как-то связан с отравлением Верховенцева и Дорошкиной. Хотя коллеги-актрисы уверяют, что она притворяется. А что думает об этом ее муж-декоратор? Клюкин. Пап. Он считает, что была передозировка антидепрессантами, ведь Дорошкина в постоянном стрессе из-за призрака. Ну, вообще странная парочка. Декоратор и актриса, нет?
Нет, он ее очень любит, по-моему. А что, если тот, кто запер нас в подвале и учинил погром в костюмерной, ведь он знал, что в это время на работе будет только кузина Бетси, а Софочка будет страдать дома? И кто это может быть? Тот, кто украл деньги у Лукина и... Вот кто тебя просил? И оставил их у вас, но она же своя. У Юрия Ивановича украли деньги? Ой, шпион из тебя никакой. Пиши лучше пьесы. У тебя это хорошо получается. Ладно, давайте доедайте и встретимся в театре. Спасибо, Максим Викторович. Да не за что. Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Я здесь хотел бы. Зачем вы так стараетесь? Не нужно педалировать каждое слово. Вы же не новости читаете. Знаете, непривычно играть понарошку. Никто не требует от вас играть понарошку. Просто берешь и читаешь текст. Но, может быть, вы забыли, что ваш персонаж влюбленный страстный человек. И, между прочим, он объясняется в любви жене своего друга. Поэтому должен говорить так, будто боится, что не успеет сказать возлюбленные самое важное перед разоблачением. Я прекрасно знаю, кто мой персонаж. Это замечательно, но только нам вы это никак не показываете. Скажите, а вы куда-то торопитесь? Это вы мне? Да. Вот видите, как вы напряжены. А между прочим, ваша героиня вот точно так же на взводе. Сердце у нее колотится, потому что в любой момент в комнату может кто-то войти. Муж вернулся, или, может быть, прислуга, а вы его никак не останавливаете. У меня тут текста нет. Да к черту текст! Я не слышу нерва в вашем голосе. Я не понимаю, как вы это оцениваете? Как произвол. Над постановкой Виталия Васильевича. Сейчас начнется. Но ведь именно этого постановки не хватает, правда? К сожалению, покойный работал на штампах. Но поди поспорь. А мне вот, например, никогда не нравилось, что в этой сцене моя героиня сидит. Ну, а ведь должна пойти проверить дверь, так? Ну, конечно, правильно. Прислушаться. Как? Может, кто-то там есть? Вдруг их подслушивают? Проходит мимо? Вдруг застанет? А потом окно? Ушел, муж не ушел. Абсолютно верно. Да, и не забывайте про любовника. Вы же не хотите, чтобы вас застали в его объятиях? Конечно, нет. Подождите. В каких объятиях? В каких объятиях? Ну, вы же хотите ее овладеть? Ну, хочу. Ну, так догоняйте ее, ловите. Как я ее должен ловить? Как? Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук. Так, осторожно. А не моим томящимся устам. Дышите, дышите. Особое дыхание влюбленных. Да, да, да. Ну, я думаю, что после перерыва можно будет продолжить, так? Ну да, давайте после перерыва. Ольга Михайловна. Ляля! Что? Вы не могли бы нам чайку организовать? А, перерыв? Да-да, перерыв. Да? Вот видишь, что он тут играет? Что он себе думает? Сразу заиграл. Он настоящий профессионал. Лара, Лариса Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что вы к нам зашли. Здравствуйте, спасибо.
Ты молодец, что зашла, Лара. Ты вообще дома не сиди. Ты приходи в театр. Я тебе здесь сделаю, мигом найду. Лариса Николаевна, здравствуйте. Привет, привет. Марин! Юр, да. Я не хочу в театр. Ты же все прекрасно знаешь. Не переживай, я всегда что-нибудь... Юр. А насчет театра ты все-таки подумай. Спасибо тебе. А кто это? А это Лариса Николаевна, жена Виталия Васильевича. Знаете, хотела с вами поговорить насчет второго акта. Пока. Дорогу знаешь. Знаю, знаю. Звони мне в любую минуту. Вы там так громко кричите, набираясь, что я... Мой персонаж красочек. Лариса Николаевна. Да? Меня зовут Федя Величковский. Я из Москвы. Я журналист. Я пишу статью о вашем муже. Мы можем о нем поговорить? Прямо сейчас? Если можно. Ну, почему же нельзя? Можно. Пойдемте. Спасибо. Вот моя машина. Мы можем поговорить у нас дома. Это недалеко. Ой. Вы ведь не журналист. Не собираетесь писать о Виталии? Я сценарист. Мы с Максимом Викторовичем приехали сюда, чтобы... Записать спектакль, я знаю. Отличная постановка, отличная. Да-да-да, мы вчера видели, просто его не доиграли и... Да вы не волнуйтесь, Федя. Я вполне владею собой. Садитесь. Спасибо. Вот еще, смотрите, я вам хотела показать. Проходите, знаете, пожалуйста. У нас есть такой детский спектакль, и я там играю Бобика. Угу, замечательно. Вот, играю Бобика. Ну, еще у меня Шарик во втором составе. Смотрите, вот. Это вот, это мы на поклоне. Интересно очень. Вот. Лялечка, давайте я вам помогу. Вот. Знаете, в нашем спектакле, мне кажется... У меня есть имбирь, я могу добавить в чай, если никто не против. Прекрасно. И с лимоном. А я тоже с лимоном буду. Я не буду с имбирем. Хорошо, тогда для вас отдельно. А в Москве сложно пробиться молодым артисткам? Это вам, пожалуйста. Ну, по-разному бывает, но... Ляля, нам чашек не хватает. Там внизу есть, только надо ополоснуть. Ага. Да как везде. Серьезно? Скажите, а вот в кино там... Чашки, ключи какие-то. Ну, в кино это не ко мне. Ведь это же ключи Виталия Васильевича. Да, его. Он брелок этот из Мюнхена привез. Еще всем тогда таких черепашек дарил. Да, я помню его. Алло, пап, зайди, пожалуйста, в ледчасть, это очень срочно. Ляля. 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 Это он вам ключи дал? Кто? Верховенцев. Нет, конечно. Нет. Тогда как они здесь оказались? Это кадр из фильма. А, да. Пойдемте. Хорошо. В кино я мало снималась. Всего несколько картин, но неплохих. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Итак, Виталий Васильевич вас интересует как режиссер или как персонаж? Он меня интересует как персонаж. Я бы хотел понять, кто его и зачем отравил. Ну, этот отравитель, кем бы он ни был, оказал мне большую услугу. В смысле? Дело в том, что Виталий всерьез собирался разводиться, и всего этого мне не осталось бы. Мы прожили 20 лет, и он решил, что пора. Ну, а может, она так решила. Кто она? Да бросьте. Не может быть, чтобы вам не сказали. Нет, мне никто ничего не говорил. Лера. Лера Дорожкина. Добрый всем денечек. Здрасте. Добрый. А что у нас тут такое? Юрий Иванович, там машина приехала, а я вас нигде найти не могу. Вы распишитесь, пожалуйста. Юрий Иванович. Юрий Иванович. Да? Ключи от сейфа нашлись.
Как? У Ольги Михайловны в чашке припрятаны. Вот это да. Нет, я ничего не прятала. Я не знаю, как они туда попали. Так это, наверное, Виталий Васильевич сам их вам в чашку положил, да? Угу. Или, может, вы стащили их у него? Я, Юрий Иванович, я их в руки не брала, честное слово. Понятненько. Понятненько. Нам теперь все понятненько. Так ничего не понятненько. Я не знаю. Я, когда ухожу, то кабинет всегда закрыт. Я не понимаю, как такое могло получиться. Кто бы мог подумать. Все ясно. Где теперь спрятаны наши денежки? Я не брала деньги, клянусь. Угу. Это не я. Ром. Ляля, Михайловна, пойдемте со мной. Пойдемте. Мне было 20 лет, когда мы с Виталием познакомились. Он тогда тяжело разводился со своей первой женой. И сказал, что больше никогда ничего не будет рушить, что он этого просто не переживет. И мы сбежали из Москвы ото всех, и здесь были совершенно счастливы. Много ездили, Виталий много работал. Ставил спектакли на меня, я этим очень гордилась. Ну, а потом по закону жанра появилась Лера, и все закончилось. Сначала он вывел меня из всех спектаклей, ну, а потом стал ставить спектакли на нее. А вы не пробовали бороться? А что бы изменилось? Не знаю. Ну вот и я не знаю. Он ее полюбил, а меня разлюбил. Только я не думала, что он захочет разводиться. А зачем Дорожкиной выходить за него? У нее же муж. Как зачем? Деньги? У вашего мужа что, голливудские гонорары? Нет, конечно. Он получил солидное наследство от родственников, которые в советское время были начальниками во внешторге. И после его смерти вы, получается, единственная наследница? Ну, получается, что так. А у вашего мужа были недоброжелатели? Мой муж... талантливый человек и очень сложный человек. И многие на него обижались. И всерьез обижались. Да и в этой истории с разводом я не единственная пострадавшая сторона. А кто? Кто еще? А что, если он сам принял яд? Лариса Николаевна, кто эта пострадавшая сторона? А я же видела, что он мечется, что он мучается. Только я не предполагала... Лариса Николаевна. Лариса Николаевна. А что, если он действительно решился? Я проглядела. Ну, я пожалуй, пойду. Спасибо за угощение. До свидания. А я проглядела. Ну что, все молодцы. На сегодня репетиция закончена. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. До Спасибо, Максим. До свидания. Ты где был? Все пропустил. Я все знаю про ключи. Гоша. Гоша. Я подслушал в приемной. Вершинин в кабинете Лукина упрашивал его передать ключи в полицию. А он ни в какую. Говорит, не хочу тебя втягивать в историю. То есть она хочет передать дело огласке, а он ее прикрывает? Какая огласка? Уже весь театр знает. А завтра будет весь город. Тише воды, ниже травы. Тихо, черти водятся. Неужели вы правда верите, что эта малохольная сперла деньги? Я не знаю, кто спер эти деньги, но вчера в летчасти, в буфете, этих ключей точно не было. Когда Леля куда-то умчалась, я полез за кружками. В них было пусто. Это значит...
Что-то потеряли? Бумаги. Мои. Не видели? Три листка исписаны. Нет, а что в них? Очень личные записи. Ага. Ляля вчера после репетиции сразу ушла домой и в лечащ не заходила. Закрыла дверь и ушла. А сегодня, помнишь, мы к директору зашли, она была в верхней одежде. Ага. Еще спрашивала, где мы будем репетировать, здесь в зале или там почитаем в летчасти. А потом она при нас открыла дверь в летчасти. О чем это говорит? О чем? О том, что ключи ей подбросили либо вчера поздно вечером, либо сегодня, рано утром. Это реальная подстава. Ляля, ну вы не волнуйтесь, найдутся ваши записи. Ну не сегодня, так завтра или послезавтра. Ну, после похорон. Похороны перенесли. Теперь только когда следствие разрешит тело выдать. А когда еще неизвестно. Простите, пожалуйста. Кузина Бетси? Федя, можно с вами поговорить наедине? Это по делу. Можно. Максим Викторович! Я отозван по делу. Вернусь позже. Аккуратней. Пойдем. Хорошая девочка, старательная. Жалко ее. Бабушка тяжело болеет, а денег на операцию нет. Дорогая операция? Дорогая. Ждут квоту или что-то такое, точно не знаю. До свидания. Подождите. Мне же директор обещал экскурсию по городу после репетиции. Ну, раз обещал, пойдемте. Замечательный у вас город. Маленький и красивый. Да, красивый. Ну что, мы с чего начнем экскурсию? Максим Викторович, можно? Я ничего не буду проводить. Ну ладно, хорошо. Я тогда выйду. Мне кажется, я знаю, кто перерыл всю костюмерку. Вернее, не кто, а... Из-за чего? Ну, а зачем запомнить? Расскажите мне, там подумаем. Ну, ведь если я ошибаюсь, тогда человек пострадает. А на самом деле... Если вы мне не расскажете, как мы узнаем, что случилось? Костюмерные искали то, что прячет Софочка. И что же она прячет? Что-то очень важное. Федя, я вас прошу, пожалуйста, вы, пожалуйста, не нервируйте Софочку. У нее диабет, ей нельзя нервничать. Я постараюсь. Ну что, тогда перенесем нашу экскурсию на завтра? Я не уверена, что она вообще состоится. Почему? Я, наверное, уйду из театра. Ну вот и вы туда же. Земсков пугал директора, что уйдет. Но ведь остался же. Поэтому должна уйти я. Я не могу быть с ним рядом. Послушайте, Ляля, а вы не знаете, кто это все хочет на вас свалить? Я не представляю. Максим Викторович, извините. Вы меня ни о чем не спрашиваете. Мне сейчас совершенно не до этого. Прощайте. Так, ну-ка, ну-ка, подождите. Стойте! Подождите! Ляля, вы что, не понимаете, что происходит? У вас в театре убили главрежа. У вас похитили огромную сумму денег. Все это хотят спихнуть на вас. А вам что, все равно? Это все такие глупые мелочи. Допустим, найдут отравителя, найдутся деньги. И что? Ничего же не вернется. Жизнь не вернется. У меня больше ничего не будет. Тихо, тихо. Ляля, так знаете что? Я вас в таком состоянии на улице не оставлю. Ну-ка, пойдемте. Пойдемте, я отвезу вас домой. Пойдемте. То есть я правильно понимаю, вы согласились с обвинением в воровстве только потому, что артист Земсков перестал вами интересоваться? Да, так и есть. Мило. Вон, Егор, сосед мой, тоже не понимает. Считает,
Раз мне Ромка по хозяйству не помогает, значит, любить я его не должна. Не заслужил. А как ему объяснить, что в Ромке вся моя жизнь, вся-вся, каждая секунда была его, а теперь ничья. Мне без него ничего не нужно. Мы приехали. Ля-ля, а у меня к вам еще несколько вопросов. Давайте потом. Спасибо, что подвезли. Да не за что. Ля-ля, а я тут это... дорожку около дома почистил. А, понятно. Стой. Егор, Лялькин сосед. Максим, режиссер из Москвы. Приехал записать спектакль. А, слышал. Плохо. Да совсем плохо. Слушай, пойдем поговорим, а? Пойдем. Это я коктейль для Лейка сооружал. Вон, видишь, успокоительное. Вот за этим столом она прямо уснула. Я, правда, ухандокал ее тогда. Дрова заставил таскать. Ну, а что делать-то? Сидит, как истукан, лица на ней нет. Вот. Сплошное горе горькое. Ну, рассказывай, что там за канитель у вас в театре? Да чего про театр рассказывать? В театре хорошего мало. Как Ляля? Плачет? Сплошное горе горькое. Все из-за артиста этого, мать его. А что за история, я ничего не понял. У них вроде любовь. А чего он ее бросил-то? Какая там любовь? Придурь. Пылинки все с него сдувало, все в глаза глядело. Дышать при нем не смело, а он все только на диване лежал. К роли он готовился. Ты вот режиссер, да? Ну да, режиссер. Ну тогда скажи мне, разве так к роли готовится? Ну, по-разному бывает. А че он я так ни с того ни с сего взял и бросил? Слушай, режиссер, а кто-нибудь из них вообще... ожидают, что их бросят. Да они всю жизнь надеются, что эти, мать их, герои наконец-то их оценят и полюбят, и будут любить до конца жизни. Вон она все сама не своя, третий день. Да я же вижу. Я же ее всю жизнь знаю и вижу. Мать честная, забыл. Да забыл же. Бочковые. О, у нас тут такие леса. Если знать места, можно... целый вагон можно насобирать. Бери.
Ляльку летом возил. Она была в восторге. Ну, это мы, правда, за земляникой ездили, не за грибами. Ну, в рощу входишь, а там поляна. Вокруг березы, ромашки, просторно там. Ни слепни тебе, ни комаров. Правда, божье место. Она как ягоду увидала. Егор кричит. Тут от земляники ступить некуда, и на живот легла. И так и собирал. Да. А давай выпьем. За Ляльку. Она хорошая. Хорошая. Егор, я тебя прошу, уйди. Сам свои дорожки почистишь и дрова сам перетаскаешь. Дуреха, думаешь, что если дверь заперла, так я и не приду? Что значит, я брошу, что ли, ее? Нет, она... Да она утопится. А что, она может. Да ладно, что, прям утопится? Утопится. Если с голоду раньше времени не помрет. Слушай, сиди здесь, я за ней сбегаю. Она сегодня ничего и не ела. Будет сопротивляться. Ну, конечно, будет. Да я ее уговорю. Так, подожди, ну давай вместе к ней сходим. Пойдем. Знакомы еще с детства. Ну, родители наши всегда дружили. Отец, бывало, поставит ведро яблок, ну, прямо вот на порог. И все. Почему? Потому что у них сад, вон, посмотри. Ляля! Ляля! Ляля, у вас пожар! Ляля, дверь откройте! Ляля, пожар! Ляля! Ляля, открывайте дверь! Ляля! Отойди! Давай. Тихо. Максим! Максим, сюда!
сюда иди! Сейчас! Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас. Сейчас. Ну что, жива? Да ничего, дышит. Вроде дышит. Сейчас, сейчас. Ну, звони в скорую. Все. Тихо, тихо, потерпи. А. Ну, потерпи. Алло. Сейчас. Скорая, приезжайте, тут пожар. Тарковская, дом 5. Женщине плохо. Давай, ложись. Угарным газом. Срочно. Держись. Ага. Ляля. Ляля, кто это был? Ляля, вы видели? Призрак. Призрак артиста Витольда. Чего? Чего? А? Куда он подевался? На звонки не отвечает. Машины на месте нет, дверь не открывает. Но я не знаю. Я требую ключ от его номера. Я же вам говорю, что я не имею права вам дать ключи. Ведь он вам... Шеф, шеф, я здесь, шеф. Вы пропали, джип пропал, все пропало. Где вы были? Чем вы занимались? Я пожар тушил. Потушили? Потушил. Понятно. Что же получается? Вдова Верховенцева – главная подозреваемая, а мотив убийства – наследство. Именно. И если будет развод, то она останется с носом. Вот. Сами? Сам. Угу. А теперь, внимание, вопрос. Как Ляля Вершинина с этим связана? Шеф, вы меня удивляете. Артист по горелицу бросил? Бросил. Она жить без него не могла? Не могла. Вот и результат. Она с горя пыталась покончить с собой. От несчастной любви и общей нервности организма. Ляля говорит, что там кто-то был, и это был не человек. Наш общий знакомый? Призрак? Я тоже там кого-то видел. И бегал он не как призрак. Надо обыскать Лялин участок и все там проверить. Я догоню! Интересно, как эта сумка, с которой Ляля не расстается, оказалась у забора? Как вы думаете, что это такое? Средство от тараканов. Возможно. А если это преступник? Ну, вдруг? Вот это, Ляля, мы нашли недалеко от дома, у забора. Кто это мог туда подкинуть? Не знаю. А я думаю, что кто сумку к забору подкинул, тот и ваш дом поджег. А что в сумке? Ничего особенного. Ляля, вас поджег человек, а не дьявольское отродье. Мы должны понять, кто это. Он вас галлюциногеном напоил. Я правда не знаю. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Да вы что, правда, что ли, не понимаете? Он может вернуться и убить вас. Максим, ну полегче. Может, пропало что-нибудь ценное?
Письмо. Какое письмо? Ромке. Вот это? Оно между страниц лежало. Да. Это страничка из моего письма. Можно я посмотрю? Это очень личное. Позвольте мне все-таки посмотреть. Нет. Это никому нельзя читать. Ляля, вы что, не понимаете, что это может быть действительно очень важно? Сколько страничек было? Три. Я совершила страшное преступление – убийство. Я не стану жить, не смогу. На самом деле меня уже нет. Я не знала, что так бывает. Человек сгорает, и от него не остается даже тени. Убийство – это убийство любви, да? Mm-hmm. То есть вы считаете, что это вы виноваты в том, что он ушел? Замечательно. Как он четко все придумал. Преступник подсунул одну страницу, которая указывает, что Ляля совершила самоубийство. Молодец. А к вам никто из театра на днях не приходил? Ну как же. Он и приходил, обмылок этот. Вещи забирал. Послушайте, Ляля, а вчера перед репетицией вы с ним не сталкивались? С Земсковым? У входа. Он так налетел, я чуть не упала. Назвал меня Ольга Михайловна, представляете? Катастрофа. Угу. Вы действительно думаете, что меня могут убить? Да нет, ну, я думаю, пока Егор с вами, вы в полной безопасности. Так, хватит жевать, а? Поехали. Куда мы теперь? Кузине своей звони. Зачем? Поедем вместе с ней к Софочке. А вот это мы нашли в гостиной. Да, я, видимо, забыл, когда карниз вешал. А ты говоришь, преступник, преступник. А она точно дома? Да, у нее электрофорез, она отпросилась. Кто поджег Лялин дом? Зачем? Мы не знаем. Неужели кто-то из наших? Ты только не реви, это всего лишь версия. Тактичность – его второе имя. А первое? Гениальность. А ты не знала? Так, иди давай, Чехов. Слышь, Ляль. Ляль, ты как здесь жить-то собралась? Нет, ну стекло я, допустим, ставлю. А шкаф, столы, стулья, все же сгорело. И диван наполовину. И что делать? Ну, не знаю. Может быть, ко мне переехать? Ну, хотя бы до весны. И мне так лучше будет за тобой присматривать. Лечиться ты же не будешь, это понятно. Ляль, ну чего? Да нет, Егор, спасибо. Ничего, я ноутбук продам и стол, стулья куплю. Ничего. Угу. Ну, ясно. Ну, смотри, как знаешь. Вот, заберите. Глаза бы мои больше не видели. Софочка, где же вы их взяли? В животе. Так, я не понимаю, в каком еще животе? А мы шили живот для спектакля, а сейчас он не играется. А живот остался. И после того, как случилось это несчастье с Верховенцевым, я побежала в костюмерную отдышаться.
Живот висел на своем обычном месте, но как-то не так, по-другому. В животе был платок, а в платке вот эти самые деньги. Ну а почему вы деньги сразу не вернули? Себе, что ли, решили прикарманить? Да как можно? Ну я же честный человек. Ну почему вы их тогда сразу не вернули? Из-за покойного папы. И его ошибки молодости. Какой папа? При чем тут папа? В блокадном Ленинграде умирающий зазет отдал маленькому папе коллекцию ценных монет и взял с него слово, что тот вернет эту коллекцию сыну соседа, когда тот придет с войны. А папа коллекцию не отдал. Ведь никто не видел, как он ее брал. Он продал всего две монетки, но потом всю жизнь мучился и умер от мук совести. Ничего не понимаю. Так это понятно. Софочка думала, что если она даст деньги, то ее заподозрят в краже, да. А потом в убийстве. Тогда явится в костюмерную, ее обыщут, mm-hmm. найдут монеты. Mm-hmm. Вы ведь там их хранили, да? Все в точности. Ерунда какая-то. Я каждый день думала, как мне вернуть эти деньги. Юрий Иванович весь истрадался, бедный. Ну зачем тогда вы эту коллекцию монет, если она так дорога, в театре держали? Ну здесь же небезопасно. Коллекция очень редкая, а у нас ведь подъезд не закрывается. И потом мне неприемлемо даже соседство с этими монетами. Ну, взяли, тоже подарили бы кому-нибудь. Вон Васе, например. Ну как можно, они же не мои. Да. Молодые люди, помогите мне вернуть эти деньги. Я придумал. Значит так. Это спектакль за последний месяц? За месяц не скажу, а за неделю точно. У нас Гоша все спектакли снимает. А тебе зачем, родимый? Да хочу артистов других спектаклей посмотреть. А почему только исторические? У нас и современные спектакли прекрасные. А так господин режиссер не на артистов смотреть хочет. А на что? На костюмы. Я прав? Прав, Максим Викторович? Студентам слова не давали. Закончил свои дела. Давай, дуй отсюда. Да, мой генерал. Это вам, президент Юрий Иванович. Спасибо. Максим Викторович, да ты прям волшебник. Я давно рыбы хотел, да вот никак руки не доходили. Ну, я рад, что угодил. Рыбки же очень хорошие, антидепрессанты. Да, только тут 100 лет не чищено. А тут им же чистая вода нужна. Ну да. Да, а тут вот... Деньги. Хорошо, что мы с вами туда сразу воды не налили, да? Да. Максим Викторович, родненький, а как они там оказались? Так я не знаю. Наверное, ворох туда засунул. Не хотел по театру шататься с кучей денег. Думал потом забрать оттуда. А выходит, они здесь? Все время пролежали. Ну, это же я не знаю. Это же чертовщина какая-то. Да нет, ну какая чертовщина? Деньги настоящие? Юрий Иванович. А? Да. Вы, главное, не говорите в театре, что деньги нашлись. Да, да. Угу. Так будет лучше. Да. Все? Все. А по-моему, я понравлюсь твоей бабушке. Она всегда так куда-то уйдет, а я переживай. Ты подождешь немножко? Да. Так мы коллеги? Ты писатель? Вообще-то я хотела стать театральным критиком, поэтому на журфак поступила. Но в школе я все время писала романы. Прям целые романы? Ну, у меня даже запись в дневнике есть. На уроке физики писала роман по литературе. А я тоже хотел стать писателем. Что же помешало? Ничто, а кто? Отец. Он сам выбрал за меня профессию, считая, что сценарист это несерьезно. И всеми силами мешал мне поступить.
У него же связи. Но я поступил. Тогда он поставил мне ультиматум, сказал, что если я не возьмусь за ум и не поступлю туда, куда он сказал, тогда я лишаюсь всяческой поддержки. А ты? А я ушел из дома, и больше мы с ним не общались. Красивые сережки. Спасибо. Это бабушка в честь поступления на бюджет подарила. Трудно было? Ну, тут без вариантов. Потом я, правда, перевелась на заочное. Бабушка об этом ничего не знает. Да брось ты. Заочный, это ж не приговор. Какая разница? Действительно. Сейчас должно стать поспокойнее. Спасибо, Лёша. А про больницу подумайте. Пойдем, проводишь. Значит так, операция нужна срочно, иначе... Какой диагноз? Стеноз, недостаточность митрального клапана, нарушение ритма. Всего хорошего. Спасибо. Ты зачем встала? Да лучше, мне лучше. Уже совсем хорошо. Васенька, неудобно перед молодым человеком. Да. Надо угостить обедом. Я щи разогрею. Давай я сама. Привет, пап. Привет. Я тебя отвлекаю? Нет, не отвлекаешь. Ты скажи мне, куда пропал? У друзей тебя нет, на звонки ты не отвечаешь. Ладно, на меня наплевать, я мама. В общем, я готов учиться там, где ты скажешь. Я не буду тебя ничем угощать. Мне сейчас не до этого. Вася, собирайся. Он сказал ехать прямо сейчас. Кто он? Мой отец. Он кардиохирург, доктор медицинских наук. Он твою бабушку положит прямо сейчас. Собирайся. Подожди, куда положит? К себе в центр, в Москву. Мы ждем квоту. Мы не можем. Можем. Отец сказал, это лечится. Бесповоротно и окончательно. Нас никто не станет оперировать в Москве. Отец станет. Это сложная, дорогостоящая операция. Нас просто не примут. Примут. Давай, собирайся. Нужно ехать.
Три дня назад я бы под страхом смертной казни свою ласточку не доверил бы такому бабуину, как ты. Что-то изменилось? Надеюсь, что да. Ты когда едешь, позвони. За машину волнуетесь, господин режиссер? Нет, за тебя. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, раз. А что они все тут делают? Внимание! Репетиция. Внимание! Репетиция продолжится. Родимые мои, деньги, слава богу, нашлись. Ура! Здорово! А вот виноватого сейчас назовет Максим Викторович. Да, добрый день еще раз. Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что эти деньги украла не Ляля. Что? А кто? Хотя настоящий похититель хотел именно на нее свалить это преступление. И так как Ляля была опозорена при всех, то и вора я тоже назову при всех. То, что эти полмиллиона хранились в кабинете директора, об этом знал весь театр. Конечно. Конечно. Но сейф не был вскрыт. Он был открыт ключами Верховенцева, которые у него похитили в день убийства. Вы помните, началась паника, и преступник этим воспользовался. Зашел в кабинет и украл эти деньги. Но вынести из театра он их не смог, потому что он был в сценическом костюме. Пап. Боже мой. Так это что ж, из актеров кто-то? А? Это не ты? Не кто-то. А ведущий актер, на которого костюмы шьются в обтяжку, чтобы подчеркнуть его выдающуюся фигуру. Ведь на нем держится весь репертуар. Ничего себе. Да быть не может. А? Нет. Земсков? Это я? Вы знаете, я на вас в суд подам, честное слово. Да вы не кипятитесь. Хотите, я вам напомню, как все было? В день убийства в театре был скандал. Господин Земсков решил этим воспользоваться, чтобы наконец уйти из театра, выставив себя униженным и оскорбленным. В антракте он прибежал в кабинет главного режиссера, чтобы решительно сообщить ему об этом. Но обнаружил его мертвым. Вы вытащили ключи и украли эти 500 тысяч. Но вы их оставили в театре, спрятали в костюмерной, завернули их в платок, платок засунули в живот, надеялись на следующий день, когда уже полиция уйдет, спокойно деньги забрать. Но деньги пропали. И тут господин Земсков испугался не на шутку. Он подумал, что кто-то видел, как он прятал деньги и забрал их. И вот тут Роман Земсков и придумал все выставить так, будто это Ляля, что это она украла деньги. Он пришел к вам домой, ну якобы, чтобы забрать вещи, и выкрал у вас ключи от литературной части. Там он подкинул ключи Верховенцева в кружку, а затем как бы случайно столкнулся с вами у театра и вернул ключи от литчасти вам обратно. Вот тебе ведущий. Ах ты дрянь, а. Знаете, у вас нет никаких доказательств. Да? Да. У меня есть платок, в который вы заворачивали деньги. Какой платок? Платок, который потеряла Дорожкина, помните? Да. Помню. Как не помнить? Скандал на весь город был. Да. И я нашел этот платок. Где? Его Валерия Павловна подарила Роману, видимо, в знак особых отношений. Ха. Как же так, Максим? Они же ссорились, чуть не дрались. Ну, это была игра. Прекрасная, талантливая игра. А вас это, видимо, забавляло, да? Вы получали от этого какое-то колоссальное удовольствие. Когда вы звонили графине или госпоже Дорожкиной, как вы там говорили, эти идиоты опять ни о чем не догадались. Да? Это он про нас? Да откуда ты взял, Максим, что у них эти отношения? Просто я очень внимательно смотрел записи спектаклей. Господин Земсков надевал этот платок, видимо, когда костюмеры уже уходили. Под костюм. Так романтично. Тайный привет от ветреной возлюбленной. Вроде бы и на виду, но никто не догадывается. Заткнись! Ты ничего не докажешь. Вот это я нашел у вас в гримерной.
Ты подумай. Узнаете? Ясно. Вызывайте полицию. Но ты подумай. За воровство. За то, что хотел сбежать. А вот и правильно. А это? Для профилактики. Правильно! Молодец! Правильно. Ну да. Что творится? А кто вы такие? О, Боже. Недоумки. Наглец. Зачем вам деньги? Все равно здесь все сгниет. Да он с ума сошел. Ну-ка, пойдем. Да я сам. Сам. Вы только не подписывайте ему заявление по собственному желанию. Придумайте какое-нибудь несоответствие служебное. Да, да, да. Прекратите, да. Говорил. Все. Успокойся. Ля-ля. Вы простите, что так получилось. Я должен был это сказать при всех. Я... Извините, я, наверное, пойду. У меня там много дел накопилось. Да-да, Лялечка, конечно. А подождите, а... Ну, а как же наш радиоспектакль? Там же Земсков играет главную роль. Да. Спектакль состоится. Земского мы заменяем. Кто вы там говорили, у вас молодой и перспективный? А вот Ванечка и Саулов. Отлично, вот. Отлично. Но если директор не против, то мы продолжим репетицию. Да. Да. Ваня, да, он справится. Поздравляем, Ваня. Репетиция будет. Да, все в порядке. Репетиция. Эй, кто там? Нормально. Эй! Есть здесь кто? Так и знал, что вы без меня вляпаетесь. Что это? Да нормально все. Ты сам как съездил? Нормально, все хорошо. А. Ой. Ну-ка, пошли. Куда? Максим Викторович, операция прошла успешно. Любовь Сергеевна лучше. А Максим Викторович, что случилось? Максим Викторович. Земсков. Ну а что, вы его прилюдно разоблачили, он мог отомстить? Ничего ты не понимаешь в человеческих характерах, Федя. Во-первых, Земсков трус, а во-вторых, болван. До такого бы не додумался. Тогда вдова. Ей одно и выгодно, чтобы Верховенцев умер. Ага. На меня мужик напал. Посмотри на меня. Исполнитель. Киллер. Да, здорово, Егор. Здорово. Хотел сказать, ты молодец, что деньги нашел. Спасибо. Да тебе спасибо. Мне бы еще убийцу теперь найти. Найдешь. Да, про баллон, который пацан у Ляли отрыл. Я-то думал, что это мой. А это что оказалось?
а оказалось не мой. Должно быть, из него поливали, чтобы поджечь. Ага, черт, понятно. Спасибо тебе, пока. Пока. Если баллон не Егора, значит чей? Директора магазина бытовой химии. Сообщника вдовы. Мне Лариса рассказывала одну странную вещь, что есть еще одна пострадавшая сторона. Я где-то видел такой же баллон, и маску призрака тоже видел. Нам надо к Ларисе проверить еще одну мою догадку. Бегом. Для меня, подожди. Вы что-то хотели? Да нет. Ну, смотрите, у нас тут много всего интересного. Ничего не выбрали? Нет. Илья, хозяин магазина. Ольга Михайловна. Хотите поменять стиль? Да ну что вы, какой у меня стиль? Мне нечего менять. Стили разные бывают. Вас, например, я бы переодел в цвет. У вас какой любимый цвет? Даже не знаю. Значит, будем подбирать. Ну что? Нету. Прошу. Спасибо. Спасибо. Я вам не нравлюсь? Нравитесь. Очень нравитесь. Поэтому я не понимаю, как Верховенцев мог вас бросить. Ну, может быть, он и не решился бы. Но, к сожалению, есть такие люди, которые готовы на все. Только бы не отпустить того, кто может принести им дивиденды. Дорожкину имейте в виду. Вы знаете, я пыталась смириться, правда. Я пыталась убедить себя, что я разлюбила Виталия, что это расплата, что это справедливое наказание за то, что я когда-то увела его от жены. И вот ко мне все вернулось. Не получается. Я ее ненавижу. Я даже выкинула все ее фотографии. Выкинули? Ну, собираюсь выкинуть. А можно на них взглянуть еще раз, пока не поздно? Пожалуйста. Карнавал в Венеции. Угу. Мы тогда очень дружили и довольно часто вместе ездили. Вот там у Виталия и закрутилась с этой... Ну, вообще странно. Актриса, режиссер, среди них декоратор. Ну, почему? Он раньше был актер, довольно успешный. И вообще он был другим человеком, если бы не эта трагедия с голосом. Какая еще трагедия? Валера подозревал, что Дорожкин изменяет ему с Виталием. Запил, простыл, надолго потерял голос. Выздоровел, но Виталий уже снял его со всех ролей. Так он, значит, и есть та самая, еще одна пострадавшая сторона?
Да? Прошу. Это какой-то кошмар. Это вам только кажется. По-моему, очень и очень недурно. Я сейчас все посчитаю. А... Здравствуйте, Ольга Михайловна. Ну вот. Кажется, это не очень страшно. Я заплачу. Егор, ну, ты с ума сошел? Сошел, да. И уже давно. Я в мастерские, ты к Лукину, пусть полицию вызывает. Хорошо. Здрасте. Добрый день. Максим Викторович не ожидал, не ожидал. Вы интересуетесь? Да, вот... Это морилка китайская. Хотите, расскажу... Чайку? Чай, с удовольствием. Ой, а чай-то закончился. Я сейчас принесу. Ага. Садись. Да ладно. Все же видели, как я сюда пришел. Даже охранник Степаныч. Плевать мне на охранника. Ты нашел призрака? Ваша лучшая роль, да? Ты зря смеешься. Я, между прочим, был хорошим артистом. Даже Лера так считает. Пока не появился этот Бочкин. Она же замуж за него собралась. За старика. Конечно. Он ж богат. Хотела получить его квартиры, дома. Развод у меня требовала. Ты решил ее убить, да? Нет. Я решил оставить ее без театра. Как это так? Она до жути боится призраков. Я сыграл для нее эту роль. Про маску из Венеции она забыла, а я ее перекрасил. А оно, видишь, как вышло. Истериковать стало. Пить стало. А театр не бросил. А потом заявляет, что если не я дам ей развод, то она получит его через суд. Верховенцев наймет ей адвокатов, и я проиграю. Ну, я пошел выпить мировую со стариком. Захожу в кабинет, говорю, мол, так и так... Жену родную отдаю. Что ж поделаешь? Такова жизнь. Понятно. Верховенцева ты убил. А ее-то зачем решил отравить? Чтобы их обоих на тот свет, да? Я здесь ни при чем. Видимо, забежала в чай плеснуть коньячку, ну и налила из моего стакана. Лера должна была остаться живой. Ну, а Лялю-то за что? Лялю ни за что. Я случайно из литчасти со своими бумагами ее письмо взял, прочитал и понял, что это знак. Получается, что Ляля убила Верховенцева из-за денег, потом раскаялась. Ну, ты сумасшедший, конечно. А ты кто? Ты кто? Ты доктор!
что ты мне здесь диагнозы ставишь. Лера должна была остаться без театра, без ролей моей. Потому что я ее любил. И сейчас, понимаешь? Хватит! Что у вас там такое, Максим Викторович? Шеф, вы живой? Ага, вон, клиент дозрел, можете забирать. Пойдем. Подъем. Ну что, прощаемся? Угу. А жалеть не будешь, нет? Не буду. Прочь? Прочь! Долой старую одежку, а? Бросай уже! Я тебя такой не видел никогда. Я сама себя давным-давно не видела. А пойдем куда-нибудь погуляем подальше, а? Мне очень нужно. Или ты куда-то ехал по делам, да? Да дела подождут. У нас с тобой столько всего впереди. Правда? Конечно. Ну, вот, давай, еще раз. Давайте. Приготовились? Есть. Да? Ну что ж, друзья, я еще раз хочу всех поблагодарить. Мне кажется, что у нас замечательно все получилось. И хороший спектакль. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Да, да. Спасибо. Вот так. От всего коллектива и от себя лично предлагаю Мозерову Максиму Викторовичу должность главного режиссера театра. Здорово. Неожиданно. Максим Викторович. Спасибо, Юрий Иванович. Максим Викторович. Родненький мой, я все понимаю, где Москва и где мы. Но меня бы съели, если бы я не предложил тебе это. Подумай. Я подумаю. Сцена была... Доброе утро, молодежь. Здрасте. Вот, посмотрите. Что, твоя, что ли? С тебя автограф. Спасибо. Ну что, пойдемте, пора ехать. Да, пойдемте. Между прочим, уникальная вещь. Угу. Да? Ну хорошо. Тогда проведем эту операцию еще раз. А почему уникальная-то? Так ведь статья, вышедшая под фамилией Карпова, это призрак уездного театра. А все остальные были под псевдонимом. То есть в Москве у нее будет другая фамилия, столичная. В Москве у нее будет фамилия мужа, Величковская. Кстати, Любовь Сергеевне нравится. Она говорит, что это звучит благородно. Угу. Максим Викторович. Максим Викторович. Вот пришли, так сказать, повлиять. Здравствуйте. Но я смотрю, ты решение уже принял, да? Да. Спасибо, Максим. Удачи. Спасибо. Спасибо. Счастливого пути. Спасибо. Счастливо. На, держи. Вот так. А я остаюсь. А это свадебный подарок? Какой свадебный подарок? Невесту до столицы довези. Максим Викторович, вот у нас тут предложение по новому репертуару. Вот. А у меня прямо сейчас предложение. Вот, пожалуйста. Вот твой свадебный подарок. Что это? Молодой, перспективный автор. Ничего себе! Здорово! Нам нужны молодые авторы! Дядя! Спасибо. Ты отца-то на премьеру пригласи. Глядишь, отцовское сердце оттает. И разрешит тебе стать сценаристом. Уже. Он сказал, что против двух писателей родственников точно не совладает. Ладно, давайте, катитесь. Счастливо. Счастливо. Пока.